Главное, чтобы хватило и лишнего не было. Фу, наконец-то дома! Целый день в магазине провел, где концтовары им покупал. Сонечка, иди к мальчикам в комнату, концтовары будете разбирать в школе. Уже школа. Даже не отдохнули толком. Так, здесь всякая мелочевка, пеналы, а здесь тетради, папки, обложки. Все, разгребайте, кому что, в каком количестве. Я целый день в магазе, я реально запарился, я просто устал выбирать вообще, что вам надо. Смотрите, если что-то не хватит, короче, в течение там уже первого места сентября учебного докупим. Красные тетради с зелеными. Что за бред? Какие яркие, аж глаза заболели. Ой, капец, вот, я бы черные взял, но полуобщие нам нельзя. Папки для тетради с котятами. А мне еще и розовую. Ненавижу розовый цвет. Капец, папа, ну купил всякой ерунды. А тут что? О, понятно. Такого даже на месяц не хватит. И ручки скучные. Обычный синий пенал. И что тут интересного? Обычный красный. Что? Додумался безопасные ножницы купить. Мало того, что они для Федора, так еще еле режут. Да. Да, что-то папа не то купил. Мне тут вообще ничего не нравится. Давайте его позовем и скажем ему, что пускай идет обратно, сдает все это в магазин. Папа, иди сюда! Че вы меня дергаете? Дайте отдохнуть. Ну что не так? Папа, что ты купил? Тетрадки яркие, нам такие нельзя. Ужасно просто. Папка розовая. Ну ты вообще что ли? Ножницы для детского сада купил. Пенал одноцветный вообще какой-то. Дети, а вы вообще борзянки не объелись, а? Так, встаем, одеваемся и за мной, я жду вас в машине. Ой. Может, мы палку перегнули? Ну, ладно. Вот, ребята, здесь, в этом торговом центре, на втором этаже есть магазин, где продаются канцтовары. И что ты нас сюда привез? Ты нам уже накупил канцтоваров всяких разных, некрасивых. Ну так вот в том-то и дело, как сказал Ярослав, они вам не нравятся, вас не устраивают, вы устроили эту ерунду дома. Так вот, вот вам, значит, по 20 рублей. У вас 15 минут, чтобы потратить все эти деньги на канцтовары. О, крутенько, я побежала. Стой, 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 вернись, ты не дослушала до конца. Ну, пап, опять какие-то условия. А вы думали? Два условия. Во-первых, вы должны купить как можно больше канцтоваров на эти деньги, но каждого предмета только по одной штуке. Мне надо много тетрадок, потому что я широко пишу. Ха, ну так вот тебе и второе условие. Сейчас я вам рандомно выберу цвет, и вы должны будете покупать канцтовары именно только этого цвета. Ну или, чтоб на этом предмете преобладал этот цвет. Тот, кто выиграет, я дам тому $100. Иди и покупай потом себе сколько хочешь тетрадок. Ничего себе! А если мне розовый выпадет? А мне синий, то что я буду делать? Ха, так вот с вас в школе и будут ржать. Потому что тот, кто проиграет, с этими канцтоварами и будет ходить в школу. Выигрыш реальный только у того, кто победит. И он может себе купить любые другие и сколько захочет. Ну давай тогда, папа, цвет выбираем. У меня есть генератор цветов. И побежим. Так, Гоша, твой цвет будет первым. Нажимай. Оранжевый. Ну ладно, я побежал. Пап, так время еще не засекли. Ну, значит, он хитрее вас. Выбирайте быстрее себе цвет и бегите за ним. Сонь, давай я. Капец, розовый. Чего я и боялся. Ну, ладно. Ребята, ему розовый выпал. Ему остается только выиграть. А у меня синий, да.
Ну, а я засекаю время. А вы, ребята, пишите в комментариях, какого бы цвета констовары хотели бы вы. Главное, чтобы хватило и лишнего не было. Ой, а можно, пожалуйста, последний пенал отнять? Так, 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 время на исходе. Где же они? Осталось 10 секунд, уже меньше. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Ну? Считаем, успели. А теперь едем домой и будем разбираться, у кого сколько чего и на какую сумму. Погнали в машину. А сейчас проверим, что вы купили. Давайте, к мальчишкам в комнату. Давайте, 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 давайте. Живей, живей, Миша. Куча дел сегодня. Так, о, Ярослав, ты больше всех кричал. С тебя и начнем. Ну... Показывай сначала, что ты купил. Какой прекрасный розовый цвет тебе выпал. Ну прям пацанский. Папка. Так, папка. Раз. Вторая папка. Так, это уже для тетрадей. Два. Да. Тетрадка. Так, подожди. Ну, розового вроде здесь больше, чем остального. Хорошо, три. Стаканчик. Четыре. Еще одна тетрадка. Так. Стоп, Ярослав. А почему две тетрадки? Я же говорил, по одной штуке каждого предмета. Одна тонкая, одна полуобщая. Нормально. Ну ладно, зачет. Так, 5. Ага, для красок 6. Маркер 7. Ручка 8. Стоп. Почему еще одна ручка? Одна толще, другая тоньше. Не-не-не. Так, какую мы не считаем? Ой. Вот эту. Значит, всего лишь пока 8. Линейка 9. Карандаш 10. Ножницы 11. Скотч 12. Так, стерка 13. Ну, тоже розовая. А как на тебя там в магазине смотрели? Наверное, думали, сестре все покупаешь, да? В той очереди там сейчас столько народу, на меня даже никто внимания не обратил. На. Точилка для карандашей 14. Ну и пенал. И пенал 15 предметов. Есть. Так, Гошка, теперь ты давай. Раз, два. Ага, снова тонкая, толстая. И 3. Ну, я понимаю, тонкая и толстая тетрадь. А с этой что не так? Те в большую и мелкую клеточку. А эту в линейку. Хм. Но даже если это как-то желто-оранжевым считать, Георгий, но она вся розовая. Не, это не считается. 2. Давай дальше. Пластилин. 3. Корректор. 4. Ножницы. 5. Ручка 6, маркер 7. Это текстовый делитель. Не умничай, 7 предметов. Дальше. Точилка 8, клей 9, карандаши 10, линейка 11, записки или шпаргалки 12. Спиннер. Георгий, спиннер разве это констовары? Папа, это стерка. Ладно, 13.
Стоп. Линейка уже была. Это линейка, а это угольник. Да, папа, это разные вещи. Хм, ну ладно. 14. Так, Георгий, у тебя 14 предметов, а у Ярослава 15. Пока. Хоть бы выиграть. Я хочу себе эти 100 баксов. И не хочу это себе розовое, бабское. Внимание, считаем. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Стоп! А скотч, что у тебя прозрачный, это просто упаковка синяя. Смотри, как Ярослав покупал сам скотч. Я бы это не считал бы. Да, я бы это тоже не считал. Ну ладно, не считайте. У меня такой есть. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Не дотянула чуть-чуть до Ярика. Так. Слушай, папа, а ты говорил, что ты чек еще проверишь, чтобы не превышала сумма 20 рублей. Соня! Точно! Я именно так и говорил. Покажи, Соня, свой чек. 18,56. У тебя, Соня, все честно. Нет превышения. Твои 13 баллов остаются железно 13 баллами. Георгий? Ага, 20 рублей 14 копеек. Я даже пенал вернул. Все равно чуть больше. Ну... Так, Георгий, нарушение. А что у тебя, Ярослав? Держи. О! А тут вообще даже больше, чем у Георгия. 20 рублей 78 копеек. Все, папа, малые проиграли. Тут мы согласны по одной вещи убрать. Не-не-не, 100 баксов мои. Пап, ну давай по одной вещи у нас с Гошей уберем. Давай. У Гоши с Соней ничья, а у меня, а я победитель. У тебя две вещи можно убрать. И я победитель. Так, все. А то сейчас опять еще куда-нибудь поедем. Ребята, вы пишите в комментах, пожалуйста, как вы считаете. Выиграла ли Соня и проиграли ли одинаковые? А еще с вас лайк, подписка и не забывайте про колокольчик. А я принимаю решение, что выиграла Соня! Ура! А потому что вы нарушили основное условие челленджа. Они превысили выделенные им на покупки 20 рублей. Это копейки! Все, у меня голова не болит. С тем, что я вам приносил, плюс тем, что вы купили, вы обеспечены для школы.